Сегодняшний видеоролик будет уже четвертым из серии «Осколки ГУЛАГа вдоль железной дороги Котлас-Воркута». Он познакомит вас с поселком Ираюль, который находится в 130 километрах по автомобильной дороге от города Сосногорск. Название происходит от коми названия одноименной речки Ираюль, которая переводится на русский язык, как «речка с омутами, ямами». К сожалению, в доступных источниках очень мало сведений про этот поселок. Он был основан в 1942 году, как и поселки Малая Пера, Керки и Вис, видео с которыми были опубликованы ранее, появился во время строительства Северо-Печорской железной дороги. В 1949 году отмечен в списке железнодорожных станций и разъездов, подчинявшихся рабочему поселку Ижма, ставшим впоследствии городом Сосногорск. В начале 1950-х годов здесь располагались 24 лагпункта. Главная их задача состояла в строительстве вторых путей железнодорожной магистрали Котлас-Воркута и поддержании ее в рабочем состоянии. Несомненно, все, что было перечислено в описаниях по остальным гулаговским поселкам, можно соотнести и к поселку Ираюль. В поселке находится одноименная железнодорожная станция на линии Котлас-Воркута. В 1958 году Ираюль получил статус поселка городского типа. С 1992 года, снова сельский населенный пункт. До 11 мая 2012 года Ираюль был центром сельского поселения. На территории поселка располагается метеорологическая станция Ираюль. Наблюдения за погодой здесь ведутся с 10 июля 1949 года. Высота метеоплощадки над уровнем моря составляет 156 метров. Станция расположена на водораздельной возвышенности рек Печора и Ижма. Район расположения станции входит в зону хвойных лесов. Наблюдения производятся в 8 синоптических сроков. Станция входит в состав опорной сети. Еще Ираюль известен тем, что именно здесь находится перекресток дорог, с одной стороны, ведущий в Ижемский район, некогда называвшийся Золотой Слободой Русского Севера, а с другой продолжается вдоль железной дороги Котлас-Воркута до Печоры, затем до Устюсы и далее в лесотундру. Здесь же можно выйти на зимник до Нарьинмара. Всего 11 лет назад, в 2011 году, дорога Ухта-Ираюль была показана в передаче НТВ «Профессия репортер» и была названа самой страшной дорогой Европы. Желающие могут посмотреть эту передачу по ссылке на экране и в описании под видео. А вот и несколько фотографий этой поистине дороги жизни. Сегодня водители, за час с небольшим преодолевая расстояние от Сосногорска до поселка Ираюль,
как в страшном сне вспоминают свои ужасные приключения, происходившие буквально несколько лет назад. Теперь дорога, реконструкция которой завершена, выглядит просто сказочно. В нынешнее время Ираёль также является поселком при железной дороге, но с 2012 года относится к городскому поселению Сосногорск. В 1989 году здесь проживало 1742 человека, в 2000 году – 1267 человек, а согласно переписи 2010 года оставалось 750 человек. Если вам понравились видеосъемки сел и деревень, вы можете посмотреть на моих каналах уже более 230 видеороликов, снятых в Усть-Кулонском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Приглашаю всех моих подписчиков и зрителей подписаться на мой новый канал «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен, где вы сможете продолжать смотреть мои видео в случае блокировки YouTube в связи с последними событиями. Также вы сможете найти мои видео на моей странице ВКонтакте. На новый канал в Дзен и страницу ВКонтакте можно перейти по следующим ссылкам, которые вы видите на экране.